тройка, семерка, туз и дама. Сюжет пушкинской пиковой дамы на этот раз воплощен в танце. Главные идеи повести отражены обобщенно, как конфликт добра и зла, любви и страсти. Балет «Дамы пик» открывает третий всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Фестиваль всеобъемлющий. Фестиваль охватывает все жанры театрального искусства, что редкость для региональных фестивалей. В этом плане наш фестиваль уникален. У нас и оперное искусство, и балет, и драматический театр, и театр кукол. Своего рода такая мини-золотая маска. География фестиваля очень обширна. Она охватывает спектакли театров регионов от Новосибирска до Питера. Гостями фестиваля будут более 600 человек. Помимо праздника для самарской публики, это еще и конкурс для артистов. Каждый день спектакли будут обсуждать ведущие театральные критики страны. Фестивальный драйв, как говорят артисты, уже охватил всех его участников. Драматический театр выставил спектакль «Варвары», где я играю Цыганова. Вот тут я могу вам сказать, у меня уже настоящий драйв, потому что я действительно стал тоже волноваться, несмотря на то, что спектакль идет уже 2 года, как бы он проверен, нет ничего подобного. На фестивальной неделе дадут 16 спектаклей, 6 из них представят театр Самарской области, 10 – театр других регионов. Лауреаты получат статуэтку и дипломы. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, «События».